Трое детей погибли, еще двое госпитализированы при пожаре во Владивостоке. Возгорание произошло в квартире на 21 этаже. Из соседних квартир спасатели эвакуировали 14 человек. Предварительно причина гибели – отравление угарным газом. Прибывшие на место медики пытались спасти детей. По словам очевидцев, машины скорой помощи долго не могли проехать из-за большого количества припаркованных авто во дворе. К сожалению, не последнюю роль играет запаркованность проезда, от которого зависит реагирование пожарно-спасательных подразделений и, в свою очередь, спасение людей и минимизация материального ущерба. Из-за гибели детей Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Причины пожара выясняются. –